Однажды пророк Елисей отправился в город Шунем. Там жила одна богатая женщина, которая уговорила его остаться поесть. И всякий раз, проходя мимо, он останавливался там поесть. Она сказала мужу: «Я знаю, что человек, который часто заходит к нам, святой Божий человек. Давай сделаем на крыше маленькую комнату и поставим туда постель, стол, стул и светильник для него. Тогда он сможет останавливаться там всякий раз, когда будет заходить к нам». Однажды, когда Елисей пришел туда, он поднялся в комнату и лег. Потом сказал своему слуге Гиезию: «Позови эту шунамитянку». Он позвал ее, и она пришла к нему. Елисей сказал ему: «Скажи ей, ты так хлопотала ради нас, что для тебя сделать? Может замолвить о тебе слово перед царем или начальником войска?» Она ответила: «Я живу среди своего народа». «Что же сделать для нее?» – спросил Елисей. Гиезий сказал: «Да вот сына у нее нет, а муж уже стар». Тогда Елисей сказал: «Позови ее». Он позвал ее, и она встала в дверях. «Примерно в это время, в следующем году, – сказал Елисей, – ты будешь держать на руках сына». «Нет, мой господин, – возразила она, – не обманывай свою служанку, Божий человек». Но вот эта женщина забеременела и в следующем году примерно в это время родила сына, как и сказал ей Елисей. Ребенок подрос. Однажды он вышел к отцу, который был со жнецами. «Моя голова!» – сказал он отцу. Отец велел слуге: «Отнеси его к матери». Слуга поднял его и отнес к матери. Ребенок сидел у нее на коленях до полудня, а потом умер. Она поднялась и положила его на постель Божьего человека, заперла дверь и вышла. Затем она позвала мужа и сказала: «Прошу, пошли мне одного из слуг и осла, чтобы мне быстро съездить к Божьему человеку и вернуться». «Зачем ходить к нему сегодня?» – спросил он. «Сегодня же не праздник новолуния, не суббота». «Все будет хорошо», – ответила она. Она оседлала осла и сказала слуге: «Веди, не останавливайся, пока не скажу». Она отправилась в путь и пришла к Божьему человеку на гору Кормил. Увидев ее издалека, Божий человек сказал своему слуге Гиезию: «Смотри, это шунамитянка. Беги ей навстречу и спроси ее: здорова ли ты, здоров ли твой муж, здоров ли твой ребенок?» «Здоровы», – сказала она. Когда же она пришла к Божьему человеку на гору, она обняла его ноги. Гиезий подошел, чтобы оттолкнуть ее, но Божий человек сказал: «Оставь ее, она в большом горе, но Господь утаил это от меня и не сказал мне». «Разве я просила тебя о сыне, мой господин?» – сказала она. «Разве я не говорила тебе: не буди во мне надежду?» Елисей сказал Гиезию: «Заправь полы плаща под пояс, возьми в руку мой посох и беги. Если встретишь кого, не приветствуй, и если кто будет приветствовать тебя, не отвечай. Положи мой посох мальчику на лицо». Но мать ребенка сказала: «Верно, как и то, что жив Господь и жив ты сам. Я не отстану от тебя». Тогда он поднялся и пошел за ней. Гиезий шел впереди их и положил посох мальчику на лицо, но в ответ не раздалось ни звука. Гиезий вернулся навстречу Елисею и сказал ему: «Мальчик не пробудился». Когда Елисей пришел в дом, мальчик лежал мертвым на его постели. Он вошел, запер за собой дверь и помолился Господу. После этого он поднялся на постель и лег на мальчика. Когда он простерся над ним, тело мальчика согрелось. Елисей отвернулся, походил по комнате взад и вперед и, поднявшись на постель, простерся над ним еще раз. И мальчик внезапно чихнул. Затем он чихнул снова и еще раз чихнул. И так он чихнул 7 раз. Его глаза широко распахнулись. Он был жив. Елисей позвал Гиезия и сказал: «Позови шунамитянку». И тот сделал это. Когда она пришла, он сказал: «Возьми своего сына». Она вошла, упала ему в ноги и поклонилась до земли. Затем она взяла сына и вышла. Благодаря Господу ее сын был жив.